чудо, яркое чудо на литых дисках. Разумеется, это не немецкая промышленность, а китайская. Сейчас я расскажу, что с ним не так. Принесли его вот с таким вот переклюком. Да, 25 месяца. Просто вот там внутри все развалилось и вывалилось. Вот эта пружина выскочила наружу. Вот она. Да, поставили точно такой же. Это не настоящий, разумеется, Шимана. Это поддельная Шимана, фальшивая. Ну, хотя она очень похожа на настоящую, но она не настоящая на самом деле. Вот поставили точно такой же, запасной. Какие проблемы вообще у этих велосипедов могут быть? Ну, во-первых, литье, да, то есть если очень хороший удар, прыжок с бордюра, то это литье мнется и все. Во-вторых, очень большая парусность. То есть вы едете, ветер и вас сдувает. Да, сейчас вот поставлю. Будет это видно или нет. То есть литье отлито неровно, и велосипед немножко покачивает. Заметно это. Неравномерно, короче, отлит этот диск. Есть какие-то у него где-то тяжелее места, где-то легче места. И он не очень равномерно ходит. Или он уже ударен был, соответственно. Дешевые поддельные переклюки, которые очень плохо работают. Вот. Передний переключатель. Вот видно. Это отверстие, расстояние. То есть он уже вот так в перекос стоит, но слишком из мягкого металла. Звездочки вот эти железные, они штампуются таким образом, что они уже изначально кривые. И очень сильно, если нажать, надавить на педали в какой-то момент, они еще сильнее деформируются. Вот бесплатная вот эта защита, которая сюда ставится, ее, как правило, прикручивают таким образом, что она мешает ходить переключателю ровно. Сейчас вот я ее отогнул, чтобы хотя бы более-менее было нормально. Дальше вот эти все рубашки, они либо некорректно, неровно отрезаны, какими-то изломами, изгибами идут. Вот. Либо они вот как вот тут вообще перекручены, накручены, напутаны. То есть не дают нормально. А вот тут что вот это такое? Это правая ручка идет на передний тормоз. Она вот так вот криво тут заведена. И, конечно, это все сказывается на четкости работы, переключения, торможения и так далее. Ну, а все остальное так более-менее тут нормально. Ездить можно. Простенький велик.